Инстардинг представляет 30 цитат, которые я запомнил на всю жизнь. На протяжении последних 8 лет я прочел тысячи цитат. Некоторые из них нашли меня в переломные моменты, и я запомнил эти слова навсегда. Именно они и сформировали мою новую жизненную философию. О жизни. Мир принадлежит оптимистам. Пессимисты – всего лишь зрители. Франсуа Гизо. Кораблю безопасней в порту, но он не для этого строился. Грейс Хоппер. Воображение всеобъемлющее. Оно и есть предварительный показ грядущих событий в жизни. В знаниях вы ограничены, в воображении нет. Альберт Эйнштейн. Управляя своим отношением к миру, вы управляете реальностью. Вадим Зеланд. Весь секрет существования заключается в избавлении от страхов. Не бойся того, что с тобой будет. Твое будущее от этого не изменится, зато настоящее станет спокойным. Беспокойство не устраняет завтрашние проблемы, но забирает сегодняшний покой. Будда Шакьямуни. Ошибок не существует, есть только уроки. Восточная мудрость. Боль неизбежна, но страдание – личный выбор каждого. Харуки Мураками. Ты можешь не иметь все, что любишь, но ты должен любить все, что имеешь. Лев Николаевич Толстой. Об успехе. Успех – это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя при этом энтузиазма. Уинстон Черчилль. Мечтая о невозможном, получишь максимум. Наполеон Бонапарт. Чтобы дойти до цели, человеку нужно только одно – идти. Оноре де Бальзак. Кто хочет, ищет возможности. Кто не хочет, ищет причины. Сократ. Формальное образование поможет вам выжить. Самообразование приведет вас к успеху. Джим Рон. Ключ к успеху – не лучшие знания, а постоянство усилий. Дональд Трамп. Лучше идти к цели со скоростью черепахи, чем со скоростью света придумывать оправдание, почему ты стоишь на месте. Бодо Шефер. Завтра будет лучше, чем сегодня, если завтра ты будешь лучше, чем был сегодня. Тони Робинс. Считают, что успех приходит к тем, кто рано встает. Нет, успех приходит к тем, кто просыпается в хорошем настроении и занимается тем, что делает его счастливым. Марсель Ашар. Изменение – это процесс, который происходит, если боль от того, что ты остаешься тем же, превышает боль от того, что ты изменяешься. Филипп Берг. О деньгах. На работе работают, а становятся богатыми в свободное от работы время. Роберт Киосаки. Если деньги для вас не важны, вы не будете важны деньгам. Роберт Киосаки. Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги. Джон Дэвисон Рокфеллер. Если у тебя мало денег, надо делать бизнес. Если денег нет совсем, надо делать бизнес срочно, прямо сейчас. Джон Дэвисон Рокфеллер. О людях. Каждый из нас видит в других то, что несет в своем сердце. Тони Робинс. У меня нет времени, чтобы разбираться с теми, кто меня ненавидит, потому что я занят теми, кто меня любит. Аль Пачино.
Никто ничего не может сказать про вас. Что бы люди ни говорили, они говорят про самих себя. Ошо. Одиночество – удел сильных. Слабые всегда жмутся к толпе. Жан-Поль Рихтер. О нас говорят плохо лишь те, кто хуже нас, а те, кто лучше нас, им просто не до нас. Омар Хайям. Не держите обид. Ваши обиды, кроме вас, никому не вредят. Омар Хайям. Об отношениях. Расстояние ничего не портит. Разница в возрасте ничего не портит. Мнение родителей ничего не портит. Все портят люди. Сами. Джордж Бернард Шоу. Если она потрясающая, она не будет доступной. Если она доступна, она не будет потрясающей. Если она того стоит, ты от нее не откажешься. А если откажешься, недостоин ты. На самом деле любой человек причинит тебе боль. Тебе просто нужно найти того, кто этого стоит. Боб Марли. В сложные периоды жизни, когда я нуждался в ответах на вопросы, на помощь приходили эти высказывания. И приходили они в самые нужные моменты. Эти моменты были переломными в моем сознании, когда на самый терзающий тебя вопрос приходит четкий и простой ответ. В один миг происходит озарение, после которого ты понимаешь, что с этого момента ты будешь действовать и жить по-другому. Так было у меня. Надеюсь, и вам откликнутся и помогут некоторые из этих цитат. Инстардинг.